31 августа отмечается 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Чугунова. Это имя знают все сотрудники медицины в Казани. Особое значение оно имеет и для сотрудников университетской клиники КФУ. 43 года он посвятил тому, чтобы сейчас больница работала и могла оказать помощь всем, кто в ней нуждается. В 46 году Николай Иванович задумался о том, чтобы создать в Казани новую больницу, говорит о многом. И, в общем-то, начиная с 47 года, с 25 коек на базе 3-й городской больницы, наша больница стала развиваться, превратилась в то, что мы сейчас видим, то, что сейчас видят люди. Человек с большой буквы. Он сумел пройти войну, встретить там же любовь и основать больницу в Казани. Николай Иванович обладал настолько фантастической памятью, что помнил все номера телефонов и диагнозы своих пациентов. Заботился он и о том, чтобы была оснащена клиника. Времена, конечно, были другие, 80-е годы, это совсем не то, что сейчас. Вот. Но в нашей больнице впервые появился аппарат ультразвукового исследования, еще нигде не было. Со следующего года будет проходить конференция по хирургии в честь памяти Николая Ивановича. Для всех сотрудников медицины важно знать и помнить это имя. Кристина Надыршина, Ленар Давлетьяров, Универньюз.